По-моему, мы теряем бабки. Мы теряем бабки. Ладно, самолет загоним. Хотя кому он нужен с раздолбленным? Господи, как же его колбасит, а? Ну почему его-то колбасит? Даже большой самолет в этой игре колбасит. Понимаете? Вы видите, да? Видите, да, что происходит с горизонтом? А, гребный флайт-симулятор, а? Да из трюма все вывалилось, придурок. Там, по-моему, только одна тачка осталась, насколько я вижу отсюда. И она скоро тоже уедет, судя по всему. Этот самолет в любом случае лететь не хочет. Давай, поднимайся. Как же тут все медленно-то, а? Ну, ребят, ну не надо меня сбивать. Как огромный самолет может подняться выше, чем эти чуваки? Зараза. Ты издеваешься! Да пошел ты нахер. Я же не могу без тачки выпрыгнуть, правильно? Надо это эффектно делать. Давай, поехал! Прям как в гребаном фильме «На гребне волны». Он все равно сдох, а? Ладно, окей. Я понял. Я понял. Ой, да ладно тебе, а. Теперь этот джип теперь еще и с крышей. Или он и так был с крышей? Хорошая реакция. Машина уже приземлилась. Самолет тоже.
Что за отстой? Господи, как меня заколебало играть за каких-то неудачников, а? Реально, я уже заколупался. Все это делать напрасно. Да. Просто мда. Алло. Тревор! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Oh, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay. Look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, all right? They ain't using me. Let's make that clear. Мне нужен акваланг прямо сейчас. Чё тянуть-то? Это единственная хорошая идея, которую я услышал за последние хрен знает сколько часов. Может и пропереть. Так, ссаные федералы, ладно. А что здесь? Чудаки, прочие незнакомцы, это все понятно. Но мне надо сюда. Потому что я смотрел прогресс. Я практически выполнил все миссии, которые там предусмотрены на доставку оружия. Может быть, что-то после этого будет и поинтереснее? Посмотрим. Или я начну получать пассивный доход, может быть, как-то увеличенный, может быть, доход. Не знаю. Пошел нахер. Ага. Пошел нахер. Упс, я немножко переехал те ноги. Ему это не понравилось. Теперь он мой заклятый враг. Да, и вырубите это. Вот это музон. Музон, что надо, я скажу. Патриция передает тебе от меня пирог. Хорошо, что ты нашел такую чудесную женщину. О, боже. Вы что, там развязали, она теперь готовит пироги? Парашют. Мы счастливы предложить покупателям нация парашют. За дополнительную плату можно приобрести цветные дымовые шашки. А пулеметы к парашюту нельзя приобрести, как в Just Cause 2. Окей. Yeah, I'm in the hot seat, Oscar. Good. There's another shipment coming in by plane. The drop site is over near the Sonora National Park. Local runners got a good grip on that area, so watch your back. You... Ты издеваешься. Got it. Можно было сразу просто сделать, чтобы не отмечалось, а? Ведь я же могу сделать вот так вот. А, не выезжать на большие дороги. Ой-ой-ой, как все запущено-то. Ну окей. По берегу поедем. Сейчас при пересечении большой дороги я как раз таки нарвусь на копов, да? Someone leaked us.
Текс. Ой, пошли нафиг, а. Блин, ну только стрелять в меня не надо, а. Точнее, убивать меня не надо. Я так и знаю. Я так и знал. Я могу, может быть, просто по обочине ехать. Нет? Ладно, не будем рисковать. Воу-воу-воу-воу, я сказал, не будем рисковать. А это больше похоже на риск, чем езда по дороге. Давай. Keep that foot down, Trevor. Got the package. What do these bastards think they are? Так. Что делать будем? Как от них смываться? Может, они настолько тупые, что попадут под поезд? Они уже попадают. Скоты, а. Урод, он просто передо мной в наглую выехал, вот просто передо мной, и просто меня расстрелял. Сложняк что-то, сложняк. I'm in the hot seat, Oscar. Good. There's another shipment coming in by plane. The drop site is over near the Sonora National Park. Local runners got a good grip on that area, so watch your back. You got it. Ладно, третья попытка. Ну, дерево, ну, пожалуйста. Package secured, amigo. Вот теперь я без воров. Точнее, без всяких там подонков, которые меня убивают, отделался. Главное быстро смываться, видимо, да?